В 2006 году перевод эстонских законов на русский язык прекратился по инициативе тогдашнего министра юстиции Рейна Ланга, который сейчас занимает пост министра культуры. Правительство не усмотрело в этом никакого противоречия, несмотря на то, что русские составляют треть населения Эстонии, и проигнорировало инициативу эстонской адвокатуры, предложившей все-таки возобновить перевод законов на русский язык. Правда, в 2009 году Урве Пала на посту министра народонаселения сумела продолжить традицию. Но вскоре ее должность была ликвидирована, соответственно, и закон перестали переводить на русский язык. Справедливости ради стоит отметить, что их можно прочитать до сих пор на сайте Министерства юстиции, однако с учетом того, что в парламенте десятками принимаются поправки к законам, которые оказывают непосредственное влияние на судьбу русскоязычных жителей страны, актуальность перевода становится острее. Аргумент министра юстиции о том, что перевод законов никому не нужен, абсолютно неадекватен, поскольку я лично знаю по, например, приемам граждан в городе Нарве и в городе Ирфи, что на самом деле потребность есть. Это показывает и то, что Министерство юстиции выделяет больше средств на бесплатную юридическую помощь в этом году. И юристы, особенно которые предлагают свои бесплатные услуги в Эдавирума, конечно же, сами заявляют о том, что им очень нужно, чтобы переводы эстонского законодательства были на русском языке. Несмотря на то, что накануне в парламенте министра юстиции Кристина Михала оппозиционные депутаты засыпали вопросами о том, почему же правительство не замечает очевидной необходимости перевода законов на язык многочисленного меньшинства, он отвечал, что данный процесс лишен смысла. Михал также отметил, что государство руководствуется исключительно прагматическими соображениями. Государственный язык в стране эстонский, и у ведомства нет ресурсов переводить законы на иностранные языки. Что же касается английского, то министр заявил, что это единый язык для европейского пространства, и законы на нем помогут привлечь инвесторов и смогут способствовать созданию новых рабочих мест. Удивительно, что при этом потребности русскоязычного населения остаются за бортом интересов правительства. Хотя и адвокаты, и консультанты по юридическим вопросам отмечают, что ситуация сложилась плачевная. Особенно в Эдавирума, где бесплатные юридические консультации пользуются огромным спросом, а русские жители страны довольно плохо осведомлены о своих правах, обязанностях и о существующих законах, которые регулируют жизненно важные вопросы. Елена Соломина, Тит Карк, Первый Балтийский канал.